Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон, и мы продолжаем играть в Майнкрафт с модом Pixelmon. И, в принципе, ребята, что я думаю, я, наверное, сейчас пойду все-таки на поиски фосила, и, наверное, еще, может, в шахте добудем каких-то алмазов, так как, в принципе, ребята, алмазы нам сейчас нужны, как бы, да, чтобы заспавнить еще одного легендарного, кстати, там у нас еще один покемон босс, сейчас его забабахаем тут. И, в принципе, ребята, фосил нам тоже, конечно же, нужно. Так, чё, мы все подняли или что тут осталось? Ну, молоток это такое. Ребят, по поводу фосила, фосил у нас один остался. И, в принципе, нужно его все-таки найти, да? По поводу покемонов, ребята, у нас уже где-то на 75% заполнен наш покедекс. То есть не так уж и много осталось покемонов. Ребята, скоро сотая серия Пиксельмона, ребята, это не будет еще конец сезона, так как я еще хочу построить какие-то дополнения, какие-то стадионы, да, может словить полностью всех покемонов, но как бы не так уж и много покемонов осталось, но в принципе, ребята, по поводу нового сезона Пиксельмона, новый сезон Пиксельмона будет тогда, когда выйдет глобальное обновление того же Пиксельмона, да, как, например, тогда было какое-то там обновление 2.1, да, и мы играли до того, как вышло обновление 3.0, то есть, ну нет, 2.1, там какое-то обновление 2.5 было, да, и мы играли, не, мы сначала играли, ну короче, я не помню, ребята, но мы играли на 2.0, да, и сезон у нас закончился тогда, когда уже должен был выходить вот этот, 3.0, да. И вот когда вышел, нет такое обновление, как сейчас, типа, выходит, ну, как не сейчас выходит, а как, в принципе, выходит, да, что там... Ну, какие-то там баги правят, что-то там еще правят, может там что-то добавят, может еще что-то там сделают. Не так, а когда выйдет глобальное обновление, да, то есть такое, как выходит не раз в месяц, что они там что-то там фиксят и добавляют, да, как выходит, например, какое-то действительно глобальное обновление и полностью как бы, да... Можно новый сезон начинать, а как бы этот заканчивать, ну не этот, а как бы старый сезон заканчивать и новый начинать. То есть я думаю, ребята, если мы даже словим всех покемонов и все такое, то не будем мы, наверное, заканчивать сезон. Не, ну в принципе, не будем мы начинать новый сезон. Новый сезон мы, как бы, я думаю, будем начинать тогда, когда выйдет новая версия Пиксельмона, то есть глобальное обновление какое-то. Я думаю, так, ребята, будет. Ну, в принципе, сейчас 3.0, да, и там еще какие-то, ну, какие-то обновления все-таки иногда выходят, да. Ну, не глобальные такие, я еще раз скажу, что может там какие-то, ну, что-то добавят, что-то пофиксит, может одного-двух покемонов добавят, где-то поправят спаун, где-то еще что-то поправят и такое, ребята. Так что я думаю, сотая серия как бы уже выходит, да, прошлый сезон у нас закончился на сотой серии. Я думаю, этот будет немного дольше, так как, ну считайте, нам еще нужно словить двух легендарных. Это у нас Забдос, еще как бы алтарь ему нужно купить, да. Это у нас тоже получается Гроудон, который в пустыне спавнится, которого мы еще, можно сказать, не словили, да. Ну и один фосил остался, где-то там может еще так покемонов 30, да, которых словить. А потом, ребята, мы, наверное, все-таки будем просто стадионы строить и что-то такое. Так как, ну я говорю, не будем заканчивать сезон и не будем начинать новый сезон. Если мы начнем новый сезон, то какой смысл, да? Какой смысл вообще нового сезона? Не, ну, в принципе, я сейчас могу закончить на сотой серии этот сезон, да, начать четвертый сезон, но как бы это просто, можно сказать, будет продолжение вот этого самого, что мы сейчас делаем, то есть нет смысла заканчивать этот сезон и сразу же четвертый сезон начинать как бы с... Ух, нет, не хочу я дождь. И как бы четвертый сезон начинать и с этого же тоже, что как бы мы закончили, да. То есть будем продолжать ловить тех покемонов, которых у нас нету и все такое. Так что, ребята, наверное, я не знаю, когда выйдет новое обновление Пиксельмона, но я думаю, еще очень, ну, не очень не скоро, но, в принципе, 4.0, да, может, уже сейчас 3.4 или какое там обновление есть, но 4.0, я думаю, это не скоро выйдет. Ну, как бы это глобальное обновление всегда выходит, когда там переходят, да, то есть...
добавляют еще там кучу покемонов, фиксят тех покемонов, которых типа уже есть, да, как бы улучшают их, добавляют еще что-то, добавляют всякие фишки, например, из 2.0, когда перешли, ну, когда была новая версия, да, то сделали же те же алтари, те же орбы, как, в принципе, предыдущим не было. Там же были обычный спаун легендарных покемонов в горах и во всем таком, в лесу и, ну, как бы там, где они спавнились. А теперь как бы вообще поменяли все, да, они спавнятся только через, ну, через орбы и алтари. Когда, в принципе, я думаю, будет глобальное обновление, то тогда можно, я думаю, будет начать новый сезон. А, в принципе, ребята, да, не, ну я просто сейчас бегаю вот тут, так как может и пик заспавнится, или тот же Гроудон, если повезет, конечно, легендарный заспавнится. Давайте, может, еще в какую-нибудь пустыню пойдем, какой-то больше. Сейчас, где-то тут. Вот, можно сюда пойти. Так что, ребята, там же заспавнился легендарный покемон. Райкваза, да? Я как-то даже не заметил. А Кибион у нас есть. Как бы его вторая эволюция, ну, фиг его знает. Там легендарный заспавнился. Но это заспавнился Райкваза, да? Я так думаю, поэтому. В принципе, ребята, сейчас по новому сезону, который у нас выйдет 10 мая, первая серия. Ребята, это тот же Пиксельмон. Можно сказать, это вот этот же Пиксельмон, представьте себе просто. Этот же Пиксельмон, но еще добавьте туда где-то 60 модов, которые добавляют просто нереальных боссов, которые добавляют просто нереальных мобов, добавляют кучу вещей, кучу всякой хрени, которая только может существовать, и это все соединено с Пиксельмоном. Да, я, в принципе, ребята думаю, что многие так подумают, что это какая. О, тэпик, 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 тэпик. О, и там еще. Где он? Вот он. Там еще покемон босс. Так, сейчас его нужно словить, ребятки. Мунбол, Мастербол, Френдбол. Давайте. По поводу, ребят, говорю, нового сезона. Первая серия выйдет 10 мая, ребята. Так как я не знаю, ребята, понравится ли вам этот сезон? Нет, многие, ну, как бы, есть люди, которые только смотрят Пиксельмон, да, а другие сезоны они даже не смотрят, так как, ну, в принципе, им нравится только Пиксельмон. Но это, ребята, это тот же Пиксельмон, да, нужно ловить покемонов, нужно искать фоссил, нужно искать еще что-то. Ну, как бы обычный Пиксельмон, да, только добавьте туда еще кучу всяких модов, добавьте просто туда на Crazy Craft, сборку Crazy Craft, и добавьте немного Хексита, и добавьте туда Пиксельмон, и это все получится. Если, ребята, сейчас у нас, да твою ж мать, ты пик, че бы таймер бол, нес бол, давайте, хрен его знает, таймер бол, хэви бол, сафари, давайте лоу бол попробуем, пофиг. Ультраболов у нас нету, поэтому будем вот такие, пробовать так словить. А вот так он хрен залазит сюда. Мунбол, вот, как раз ночь сейчас, по идее. Ребята, вот что я еще хочу сказать. Всю подробную информацию о новом сезоне вы можете найти в группе ВКонтакте, которая есть в описании. Я там более-менее так все подробно описал, как смог. И то, что. Сейчас, ну словись, ну, ну не хочу я на тебя мастербол тратить, а. То, что, ребята, как бы новый. Если мы сейчас. Ну, как бы. То будет не Пиксельмон, да, и там я уже сказал цели по поводу Пиксельмона в той сборке, это у нас будет не как тут словить полностью всех покемонов, которые существуют, да, ну как бы в моде, словить всех фоссил, словить всех легендарных покемонов, и да, ладно, залазьте, короче, в мастербол, и так, нужно, я так думаю, все-таки ультраболов сделать себе, ребята, и где-то там 30 покемонов осталось, но. В принципе, видите, как они фиг ловятся что-то с такими, ну, не очень как бы ловятся, да. Да, вижу, Гравлер, что ты хочешь на меня напасть, ну, в принципе, да. Ты крутишься там, вертишься возле.
О чем я говорил? А, да, ребята, в группе ВКонтакте вы можете все подробно посмотреть по поводу нового сезона, как бы там все я подробно описал. И то что цель, как бы, да, не точно такая, как в Пиксельмоне. В Пиксельмоне, ну, как бы, не будем мы ловить всех существующих покемонов, не будем мы охотиться за всеми легендарными, не будем мы искать фосилы. Ну, если, конечно, найдем, то, как бы, наверное, все-таки возьмем, но не будем мы охотиться, как бы, не будем мы искать вот так фосилы, ну, как бы, не будем мы искать фосилы, да, не будем мы искать, как, всех-всех-всех покемонов, которые существуют, ребята. Цель Пиксельмона, так как можно сказать, Пиксельмон будет с остальными модами, и Пиксельмон будет немного на втором плане, так как там будут более такие нереальные моды с нереальными боссами, Годзиллы там всякие и все такое Нет, вроде. нет, нет. Поэтому, ребята, Пиксельмон у нас будет немного на втором плане, но все же там будет цель Пиксельмона какая-то, да? Это, ну там. Там покемон босс, но я не знаю, в земле ли он или нет. Да, походу. Ребята, цель Пиксельмона это у нас будет словить, я еще раз скажу, 6, только 6 покемонов. Не будем мы ловить всех покемонов, ребята. Это у нас будет цель, это собрать команду разных типов. То есть команда это у нас получается 6 покемонов, да? И просто нам нужно будет. Так, он где-то тут, да, вот он, вот он, вот он. Цель у нас Пиксельмона будет это собрать 6 покемонов разных, собрать как бы команду покемонов разных типов. Того же, например, Пикачу, да, того же там Маткипа, может еще кого-то, как бы 6 разных типов. Все. И прокачать вот этих 6 покемонов. О, отлично, эти пик эволюционирует. Давай. Отлично. Сейчас мы, наверное, все-таки в лес пойдем, так как в лесу еще есть нормально, так покемонов, которых у нас нету. Давайте. Или Бульбасавр, или Бульбазавр. Сейчас, как он пишется. Да, о, там покемон босс. Сейчас, ну, сейчас. Да твою ж мать. Ладно, пойдем мы пешком, а то горы там. В принципе, могу я и повыше ты пехнуться, да, но все же. Так. И, ребята, и вот те 6 покемонов, да, которые мы как бы соберем, да, команду покемонов, их нужно будет прокачать к 100 уровню. То есть нам нужно. Цель Пиксельмона это 6 покемонов. А, кстати, вот эта эволюция, которую я еще не показал, да. Ну, как бы сейчас показываю, да, ты пик. Ну, его эволюция, да. И, ребята, это что такое? А, он у нас уже есть. Это багон или как он там называется. Еще раз, цель Пиксельмон это у нас будет собрать команду покемонов, ну, как бы, 6 разных покемонов и прокачать их всех до 100 уровня. Это, конечно, не будет легко, ну, как бы, только 6 покемонов, да, но все же до 100 уровня. И, в принципе, ребята, остальное это у нас будет как бы обычно, да, ну как бы необычно, там будет же, конечно, куча всяких других модов и. Да чё это за хрень? Чё-то стена какая-то невидимая была или что это? И, в принципе, так. И, в принципе, ребята,
другие моды у нас тоже там будут. И вот что я еще хочу сказать, иногда я, наверное, буду приглашать каких-то других людей или тех же, ну, как бы буду какой-то, не конкурс делать, а просто-напросто кого-то приглашать, да, на одну серию, на две серии. И что я еще хотел сказать? По поводу выхода серии, ребята, точно по поводу выхода серии. Это же дополнительный сезон, да? То есть главный сезон у нас Пиксельмон, да, но это как бы можно сказать дополнительный сезон. О, там еще один покемон босс. Это, ребят, дополнительный, да. И, в принципе, по поводу выхода серий. Пиксельмон выходит один раз в день, да, можно и так сказать. А вот это дополнительный сезон, если он вам, ну, как бы он будет выходить один раз, как бы, одна серия в 2 дня. Но, ребята, я как бы предоставляю вам выбор тоже, вам, как это можно сказать, вам возможность выбора серии, как бы, не выбора серии, а возможность, как это сказать, твою ж мать, возможность ускорить процесс, можно и так сказать, выкладывания серий, да, то есть, так, фусила тут нету, то есть, если серия, например, выходит один раз в 2 дня, да, как я говорю, но если на серии наберется 100 лайков, то серия, новая серия еще выйдет в тот же день, когда наберется 100 лайков. Если наберется еще 100 лайков, то серия выйдет еще в этот же день. И если потом наберется еще, да, то выйдет еще одна серия. Все, в принципе, ребята, я тоже вам, как бы, можно сказать, предоставляю право голоса и право выбора, да, и если, в принципе, вам под... О, ух, нифига себе. Сейчас. Так. То есть, ребята, я вам тоже как бы предоставляю право выбора, право гол... Уф, это ни хрена себе, это что за шлем? Drinking Helm? Что это за хренати? Drinking Helm? Helmet? Фиг его знает. Ладно, пока что пускай будет вот тут. И, в принципе, ребята, да, я вам действительно, можно сказать, предоставляю право голоса и право выбора, когда вы хотите, чтобы вышла серия, да, еще раз скажу. Серия будет выходить один раз в 2 дня. Но, если вам действительно будет нравиться этот сезон, если вам будет нравиться эта сборка, если, как бы, она действительно вам будет нравиться и будет вам интересно, так как это, можно сказать, обычный пиксельмонский. Ну, Пиксельмон, как бы, и еще туда экшен, да? То есть еще куча мобов, боссов, вещей и всякого такого, можно сказать, еще и экшен, да, там. То есть еще и мобов нужно будет убивать и такое. То есть, ребята, если вам действительно понравится этот сезон, если вам он будет интересен, то, например, вы можете поставить 100 лайков на серию, да? Вы можете лайкать, если вам будет нравиться этот сезон, да? И, в принципе, если вам понравилось, да, то вы ставите лайки, если наберется 100 лайков, то новая серия вот этого сезона, того сезона, как бы, выйдет еще в тот же день, когда было набрано 100 лайков, да. Если еще 100 лайков наберется, то будет еще одна серия. Как бы вот так. Я вам, можно сказать, тоже предоставляю выбор, предоставляю голос, как бы вы тоже можете участвовать в дате выхода серии, как бы вы тоже будете... О, алмазики. Вы тоже будете, как бы, на это влиять, можно и так сказать, да. Так, сейчас. Чуть-чуть мастерболы не выкину. 8 алмазов, в принципе, нормально. Да, нормально. То есть, о, тут еще 9. Так что, ребята, право выбора у вас, право голоса у вас тоже есть, можно и так сказать. Еще что можно сказать по поводу... Это кто у нас там? Бульбасавр. Ух, буль... Уф, 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 уф. Вот капут. Начальный, самый такой начальный покемон. Да, у нас его нету. Ладно, уф, там еще и покемон босс. Давайте попытаемся его словить.
Так что, ребята, вот так. Еще не знаю, что еще можно сказать, но как бы просто, что я хочу сказать, это у нас, не знаю, убили его или нет. Нет, но давайте вот сейчас как раз попробуем словить. Вот что, ребята, это новый будет сезон. Если понравится, то понравится. Да, одна серия в 2 дня, но если вам будет нравиться этот сезон, и вы будете ставить лайки под видео, ну, как бы, на этот сезон, да, видео с этого сезона, то серии будут выходить, ну, быстрее, да. И отлично, ребята, мы словили Бульбасавра. Так. В принципе, ребята, это все, что я хотел сказать о новом сезоне, да. 10 мая, еще раз скажу, он выйдет. Через пару дней. И я еще не придумал название для него. Ну, как раз сейчас что-то думаю, да. Так. Ух, сколько уровней. Офигеть. Офигеть. Так. И Бульбасавр уже эволюционирует. Давай. Так что, ребята, можете заходить в группу ВКонтакте, там смотреть подробную информацию, да. И давай. И Айвизавр, отлично. Так, ребята. Я думаю, в принципе, на этом уже можно закончить эту серию, да. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока.